В Алматы за последний месяц вдвое уменьшилось число пациентов с пневмонией. Вместе с тем почти наполовину снизилась и загруженность ковидных стационаров. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил глава управления общественного здоровья города. По словам Камалжана Надырова, несмотря на стабилизацию ситуации, в мегаполисе продолжают разворачивать дополнительные койки. На этой неделе перепрофилировали еще несколько санаториев. В ближайшее время в строй введут центр оказания специальных социальных услуг. Он рассчитан на 500 коек и будет работать как ковидная клиника первого эшелона. Всего для больных коронавирусом развернут до 7700 коек. Ранее я уже озвучил принцип разделения всех стационаров на по степени тяжести пациентов, так называемое эшелонирование. Основная задача – снизить летальность. Для этого работает центр реаниматологии и анестезиологии. Мы же отмечаем положительный результат работы центра, уменьшилось количество крайне тяжелых пациентов. Сегодня удалось стабилизировать состояние более 100 пациентов и перевести их из реанимационного отделения в палатное отделение.